Здравствуйте, я являюсь врачом-неврологом городской поликлиники номер 5 города Кызылорда, Баетова Лиза Жуманазарова. У нас в рамках гарантированной бесплатной медицинской помощи выдается лекарство при заболеваниях эпилепсии, судорожные синдромы, при поражениях черепно-мозговых нервов, как тройничной невралгии тройничного нерва. Невралгия тройничного нерва сопровождается острой резкой болью в области лица, носа, верхней и нижней челюсти. Причиной поражения тройничного нерва является компрессия кровеносного сосуда на тройничный нерв, также компрессия опухолью, интоксикации, переохлаждения и стрессовой ситуации. Пациенты с данными симптомами должны обратиться к участковому врачу, пройти обследование и встать на учет, и после обследования должны получить препарат карбамазепин бесплатно.